Кабаева появилась на публике с детьми и обручальным кольцом. Похудевшая Алина Кабаева появилась на публике с двумя мальчиками и кольцом, похожим на обручальные. Украинский таблоид предположил, что это секретная семья президента России Владимира Путина. Издание сообщает, что Кабаева в связях с Путиным, про который пишут с 2008 года, пришла на спортивное шоу Алексея Немова в Московском дворце спорта с двумя мальчиками, чей возраст неизвестен, и все время пыталась скрыть от камер обручальное кольцо. В сентябре 2014 года Кабаева завершила депутатскую деятельность в Госдуме и заняла пост председателя Совета директоров холдинга «Национальная медиагруппа».